По-моему, это сестры машина. Не скажи, она подъехала. О, Йола, привет. Видишь, какие мы здесь нарядные. Ну, такая красавица, не то, что я. На спортивку. Куда мы идем? Пойдем пообедаем. А что здесь? Какое-то светское мероприятие, да? Вот смотри, что здесь готовят, а? И это что за вкусняшки? We celebrate the first January of 2024. На каком разговоре? Лучше на греческом говори, я по чуть-чуть понимаю. Давай. Меня зовут Николай. Что там у тебя вкусного? Котлеты? Это чикен, это бифтеки. Там тоже есть. Да. Здесь у нас непонятно что. Я буду индейкой. Давай торт поедим. Я тоже сладкое не ем, но такой торт можно съесть. Чтобы я была сладкая, я не должна кушать сладкое. А посмотри, какая вкусняшка. Нет, давай ее. Ну, а? Давай вот сюда ее. Салатики. О, давай, посмотри, как много вкусного здесь. Креветочки красивые. О, возьмем салат. Тебе положить? Я посмотрю, что ты себе наложишь. Зеленые, а потом выберу для себя. Это чтобы быть вот такой красивой, надо вот такое кушать, да? Я покраснела. Греческое, это номер один в мире. Оливковое масло. Ну, Георгий, ты хоть оливковое масло надо было на него хотя бы. Так, для диеты. Очень вкусно. Я сегодня, знаешь, из-за того, что я кавказская женщина, все-таки вот меня сегодня тянет на мясо. Давай мясо поедим. А то ты там зелень какую-то набираешь. Искушаю. О, смотри, ну это очень вкусно. Это знаешь, что? Что я сделала? Это фрикасе. Это шпинат? Рыбы. Да, я возьму только шпинат. И подожди немножко. Выстрелим мою блузку. И сюда мясо положим. А рыбу оставим на месте. Вот я буду индей. Может, всю возьму? Всю? Ты думаешь, не съем? Я же видела, как ты на своих роликах вот так прям возьми за одну ножку, за вторую и покушай. Нет? С удовольствием. Давай. Да слушай, после кукурузы я съем все. А вот эта начинка к нему из риса и каштановые и всякие такие. О, я возьму. А можно вот это тоже положить сюда? Тикинофорию. Что-то маловато ложит. Во, вот другой разговор. Мало положил, может? Нет, слушай, вот это нормально давай для меня. Вот это. Здесь, по-моему, есть что-то вкусное. Так. Рыбу сегодня не будем. Есть курица. Индейку с курицей. Тоже нормально. Идем дальше. Я так думаю, для начала хватит. Пить что-нибудь будем? Да. Воду греческую, нет, что она заканчивается. А шампанское, вино, что не заканчивается? Шампанское. Причем две вилки? Да, и два ножа. Ну, смотри, я как учительница этикета могу тебе рассказать, если тебе интересно. Долго. Или оставить тебя покушать потом. Гео, посмотри, здесь как красиво. Море видно. Ну что, с аппетитом кушаешь, вижу. Вкусно? После каштана и кукурузы все вкусно. Где, смотри, чтобы ты не поправился, чтобы ты не уехал назад. На мясе? На мясе как ты поправишься? Никогда не поправишься. Да? Поэтому только мясо готовишь. Бережешь фигуру своих подписчиков? И свои тоже. Я понял, для чего две вилки. Одной надо держать. Хотя можно двумя кушать. Ты уверен, Гео? Что-то, по-моему, что-то неправильно. Да? Но все равно вкусно. А, Гео, ты неправильно взял, как называется, галупула?
Короче, здесь есть еще такая сальса, видишь, вот, с фруктами. И надо ее сверху. И я взяла тебе еще, чтобы ты попробовал. Как только выключишь камеру, дай мне. Пока ты ходила, мне тут стейк принесли, посмотри. Вау, ты сейчас реально? Да. Нет, нет, нет. Стейк буду есть я. Это от шеф-повара для меня. Вау! А я вижу, а как это так получается, что мне не сделали? Обделили. Хорошая прожарка. Люблю такое. А я можно попробовать? Окей. Сейчас я выключу камеру. Есть свои салаты. Я съела мясо, салат остался. Ты это все съешь, ты не лопнешь? Случайно. О, мерси. Христо, пожи. Хорошо, давай ешь тогда. Потом проверим. Картошечка можно сегодня? Да, только вот сюда вот макай. Куда? Вот сюда. Ребята, простой пример того, как волчица превращается в ягненка. О, автобус. Перебандян. Муите, или ты нас озвем эту фразу. Муите, ты на хитфай, дорог крес. Θα το πείτε ότι αν ερχόταν να έρθει από το ξεκίνημα ήταν πολύ πιο ωραίο. Αλλά τώρα ήταν πολλές ώρες πάνω στο κουφέ και ξέρετε, έχει χάσει σε ζουμερά. Όχι, αυτό που του στείλατε, από αυτό που ετοιμάσατε. Α, ωραίο, σούπερ, σούπερ. Λέει δεν έχει ξαναπάει και ωραίο στέικ. Για να καβερούς στο τι σκαζάλ, στο τι λούτσε, στέικ δεν λούτσε. Ήταν φανταστικό. Με πλέσια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς, να είστε καλά. После стейка надо съесть сладости, чтобы все хорошо усвоилось. О, а это что у нас? Можно елочку вот такую забрать одну. Йола, ты еще не поела? Я уже на сладости перешел. Тебе принести тоже? Посмотри, сколько вкусняшек. Как я буду завтра на мамином день рождения писать красиво? Красиво будешь выглядеть. Посмотри, зато будешь счастливая. Что ж ты, Георгий? Не подавись, пожалуйста. От этого точно не подавлюсь. Я тебя знаю. Что ты кушаешь? Я кушаю вкусняшки. Мне за фигурой следить не надо. Я больше не буду с тобой кушать. И вот это ты все будешь запивать зеленым чаем. Зеленый чай полезен для похудения. Может мне съесть сладкое сверху зеленый чай? Ты это сейчас придумал? Да. Знаешь, подписчиков, есть диетологи, они могут нам написать? Как вот сделать так, чтобы я это ела и была худая, красивая? Тебе никак, а мне помогает. Я вообще не люблю сладкое. Я вижу. Особенно после стейка. Я вижу. Тарелку не слышишь? Георгий. Вот парни говорят, что они большие фаны твои. Большие фаны. Вау, ты на что? Панагему. Вау, эхимеса флури. Я надеюсь, мне попалась вот эта штучка. Эхимеса лефта. С монетой? Да, с монетой. Ах, харишто пара, пульса то ленкшиме тора. Пусть монету вытащит. Кеси, все фан. Галикруня. Смотри, это все твои фаны. Что ты здесь делаешь у нас в Греции? Что? Я думала, я звезда семьи. Оказывается, нет. За вас, за нас, за Северный Кавказ. А это что? Это нам шеф прислал, это кусочек пирога, он называется Василопита. И там внутри лежит гурь. Что это такое гурь? Удача. Удача? Значит,
кому попадется вот это горе, для него будет удачный год. Но я думаю, что кусок большой, надо его порезать на две части, посмотрим, кому попадется, мне или тебе. А, ну, обычно режут мужчины. Давай я порежу. Давай ты порежешь, окей? А как его нарезать надо? Блин, он не нарезается. Вот, может, вот так лучше? Вот вертикально? Поперёк? Да, я думаю, нет, что... давай, большой, большие куски будут. Ну, давай два, на меня и на тебя. Кому? Мне или тебе попадет? Я там что-то увидел. Ой, это мой кусок, по-моему. Он попал на нож. Значит, посередине. Будет удачный год и для меня, а и для тебя. А что, они туда деньги засовывают, что ли? Ну, да, обычно деньги, да. Ну, давай, снимай. Это наш. Иди. Что? Да ну тебя. Что, реально? Это подыграли, наверное, шеф для тебя сделал. Написано, они настоящие? Да настоящие, Гю, это так, это такая примета в Греции. Да, у нас в Греции евро? Все супер, на высшем уровне. Кинь. А у вас это, в России это 50 что? Тысяч рублей, ёлки-то. Это зарплата целая. Ну, да, для вас чуть, это чуть мало? Завышено. Нет? Ты обо мне во множественном числе? Но для меня это нормально. Больше ничего там нет? Не, шоколад. Блин, ну это круто. Шоколад. Серьезно, ну, они вот такой брезент делают? Да, да. Офигеть. Это нормально для Греции. Куда идем? Идем на Бузуки? Куда хочешь. Куда пойдем? Выбирай ты. Пойдем туда, где есть музыка. Окей.